Я рад вас всех приветствовать на канале СКРД Offroad. И мы сегодня на супер долгожданном мощнейшем финале Кубка Краснодарского края по трофи-спринту в городе Усть-Лабинск. Очень долгожданное мероприятие. Спасибо клубу Fox 4x4, что реанимировали новую трассу. Эта трасса, любимая юфошниками и краевыми гонщиками, она была в 2015, 2016, 2017 году. Потом про нее забыли, и мы на этой трассе в первый раз. Она очень обещает быть интересной. Здесь почти нет воды. Здесь мочаки, глина, камыши, песок есть, такую перемешку. И сегодня, в конце октября, у нас теплейшая погода, очень круто. То есть, прям будет приятно бегать. Кворум сегодня, так как финал, сегодня будет лютая гонка, никто тачки жалеть не будут. Здесь приехали даже трофисты с Армавира, вон красная машина стоит. То есть, кто участвует в ориентировании, не только спринтеры. Друзья, участники из Ростовской области, Ставропольский край, по-моему, должен быть, но могут не приехать. Друзья из КБР приехали, Нургали, КБР 07. Точнее, КБР 4x4. В общем, очень много участников. Давайте, пойду в техпарк, кого-нибудь найду, с кем-нибудь поговорю. Будет очень круто. Тем, кто не любит эти разговорчики, кто хочет проезды посмотреть, смотрите в тайминге, в шкале, там разбито все, Нива открытая по этапам, то есть каждая категория будет отдельно. Поэтому перематывайте, не стесняйтесь. А кому все-таки это все нравится, ставьте жирнющий лайк, пишите комментарий. Мы это все делаем для вас, с кайфом. И всем приятного просмотра. Сегодня будет определенно интересно. Вот Шевик в Ниве открытой будет выступать. Битва в горах, видим, принимал участие в СКФО. Приятно. Вот Ставропольский край. Тоже вас давно не видели. По-моему, в Курсанке последний раз. Михаил, здравствуйте. Как ваши ощущения? Спать охота. Как предстоящие прогнозы на финал? Мне их жалко всех. Я понял, тебе самому херово видно. Так, Титан, категория стандарт, маэстро. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Вот они. Да ну, ладно, чё уж там. Не... Ладно, братан, да, не будем читать, что там написано. Сегодня покажем гонку, да? Стараемся. Это вы в стандарт плюс. Стандарт плюс. Все, четко. Да, первому каналу. Да, вот этот тиктокер, у которого миллионные просмотры. 20 миллионов просмотров. На одном видео. А в другом 19. Ну все, четко. И больше видосов нет. Много видосов. Он просто все не видит. Банка, подходите, возьмите свои планки. Миха, забери свой бланк. Так, Серега Павловская. Опасный гризли Павловская. Велес, категория стандарт плюс. Павловская Нива. Макс. Юрка, ты сегодня участвуешь? Нет. Нет. Смотрите. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, ребят, как настроение на финал? Отличное. Готов? Да, доехал до техпарка, и бензонасос сказал, я не готов. Он боится просто, боится. Все. Армавирские парни, Юра Дудник. Успенская, приятного аппетита. Ладно, не буду отвлекать потом. Так, у вас Crazy Frog. Всех знаем, лютый. Еще парни, проходит техкомиссия, Николай. Вы на каких сегодня автомобилях? На стандарт плюс. Стандарт плюс, а УАЗ пригнал? Нет. УАЗа не будет. Еще автомобиль, по-моему, с Тимошевска. Ейск. Вот такой автомобиль. Адыгейские номера. Видимо, Марио. Я даже его, честно говоря, не видел. Краснодарские парни выкупили автомобиль Грозный из Чечни и теперь врываются в категорию экстрим. В общем, пока учатся, но в следующем году точно будет жирно. Они выступают в стандарт плюс. Купили Берту, автомобиль, к сожалению, не было у нас ее на канале. Ни Шеви Нива, подготовленная к РФС, и Грозный тоже у них.
Ну и еще Нивки. Все, ждем остальных участников. Кворум очень огромный. Прошел. И замыкающий. Итак, первый круг в лидерах маэстро дядя Коля Павловская. За ним краснодарские пацаны. Гадюка. Ой-ой-ой, какой. Слепые, только пятый. Бродяга уже с оторванным бампером. Опасные ейские пацаны борются. Все чистые. Трасса у них сухая, местами песчаная, поэтому грязи особо нету. Краснодарский экипаж тоже оторванный бампер уже, хотя целый был. Супер Марио. Это Никита, я его просто не узнал, он обновил машину немножко. О, прыжок. Не то, что на тонкого, а прям. Нашли местечко. Нашли местечко. Хорошая вот эта. Что-то сзади болтается. 26-й экипаж. А, трос из технического отверстия, видимо, чтобы сразу доставать его. И прыжок. Обошел. Ой, нету бампера, нету морды. Очень любит. Поворачивай! Это роллисты. Не, это очень опасно. Макс отыграл за круг одну позицию. Отрыв! Хорошо прыгнул. Красивую Ниву помяли, правая передняя дверь замята. Но все равно сезон отъездила и в таком состоянии осталось нормально.
Четвертый экипаж аккуратничает, едет. Палки уже за собой тянут. Ну, как видите, категория стандарт, едет спокойно, грязи нету, темп приличный. По-моему, амортизатор передний правый отказал. Он сказал, я больше не буду работать. И все. Опасный, очень медленный темп. Ох, хорош. Парни определенно настроены взять тумбочку сегодня. Парашют еще пока не достали. В таком же темпе. Слушайте, борьба за первое место прям серьезная. То слепыш был, сейчас маэстро вырвался. Дядь Коля, ну ё-моё, лобовое сдвинуть. Лобовое, смотрите, проветриваемое. Аккуратно, аккуратно. Отойди. Да кипит он, кипит. Кипит. Давай лобовое уберем, давай лобовое уберем. Ну смотри, не, оно держится. Печку на максимум он включит. Печка есть, дядь Коль? Печку включи. Пускай держит, давай. Сцепления нету. Эх, дикий. И гадюка встала дальше. Вот это спринт называется, вот это скоростя. О, Влад темп нашел. Сюда чуть-чуть надо было. На публику поработать. И вот дошли мы до самого интересного препятствия, это горка.
Ой, там уже нарыли. Заключительные экипажи категории стандарт. Машины устали. Попробуй там. А, мотору все. Показывает мотор все. Угу. Категория стандарт плюс. В два ряда просто машины. Не помещаются. Я насчитал 18. Может, чуть-чуть больше. Ну что, поехали. Вот это мощь! Бам, бам! Так, категория стандарт плюс. Лютый первый. Здесь уже появилась грязь. Прыгает. Адыгея. Кыш догоняет. Первые три места. Сашки из Краснодара. Что-то спокойненько, без прыжков. Серега с Мишей. Прыг-скок. На маленьких колесах, молодцы, с блокировками. Серега. Машину выровнял, все четко. Растянулись по трассе сильно.
видимо, был контакт на старте. Машина подбитая. Хантер 01. Саня Борода с оторванным глушителем. Ой-ой-ой, адская колесница, на нормальной резине уже. Рамис, Ремзона, Краснодар. Очень спокойно едут. Миша догоняет остальных, и вот грязь. Есть уже. Ох, как. Сальск. Машина на брюхе. Ты бы встал, потихоньку останавливал. Просто в маши руками, внимание, и все. Хорошая колея. Проблем проезжают на блокировках. Лебедки опечатаны, если что. На колхозах, раньше был на военных. Или от машины другая просто. У них их столько, этих УАЗиков. Выдернули. А что вы делаете? Где заглохли? Пока все едут, только вот у Арзика проблема. Расход масла, наверное, на гонку литр, точно. Догоняет последнего идущего, это Миша. Ну, может, не последнего, может, уже кого-то обогнал, но Жека впереди. Один на штурм. Там снимает. О, Саня поехал. Yeah.
десятки Дэвид. Жесть. А, нормально. Зебры нету, кстати. Много машин нету. Что это такое? Видел подвеска, как он прожал. О, Сашка. А кто у него? Ладно. А что-то это? А парни не туда поехали. Ой, вот они где все стоят. Вот я их всех нашел. Вот и ейские пацаны. Отдыхают, загорают. Как дела, парни? Все. А вы же, по-моему, не туда поехали, да? Да, вы в него открыты. Я понял. Да, машина аккуратно. Так. Вот они, УАЗики. Вот они, Нивы. Вот Саша бампер отстегнул. А, вот оно все. Вон и зебра стоит. Кыши. Ба, я их искал. Да я ж пока всю трассу обойду. Ой, ёб твою мать. А кто кого доставать-то будет? Что? Да. Вон Сашка. Есть лебедка. Туризм потом не в открытое. Ой-ой, вот это вопросики. Нормально, да, чтобы примерно понимать, насколько он сидит с землей. Лютый сидит. Какие, блядь, люди надо, как они. Ну, видишь, у меня лучше, чем у них. Ну, у них во всех как-то. Чем-то битву титанов напоминает. Ага, ну, один-два скатился. Все сидят. Руслан, что скажешь? Финал? Сильнейший. Кто доедет, тот вот сейчас уже может остаться. Жека, как дела? Нормально. Ты, главное, первый. Стоишь уже хорошо. А, ты первее, да? Ну вот, можно определять победителя. По метрам. Здесь, на полике. Как я умудрился, так урюк. Руха! Ну это УАЗик, что я могу сделать? Да там зачем? Ну вытяни его. Да кого, чем? Видишь, что они натворили с мордой эти УАЗики? Нехорошие люди. Вообще нехорошие. Да. Ой, там тянут. Пробочки в лесу. Аккуратно, там ленточка была. Да, там, кстати, ленточка была. Там ленточка, ленточка. Сальск тоже сидит полностью на раздатке. Только увидел, да? Это печально, да. Так, Сашка сейчас будет доставать Адыгею.
Миша объезжает. Коридор закрытый. Ребята! О, Саня выдернул. Будет тянуть? Да, варианта нет. Киш полностью сидит на мостах. Да, Рамис проезжает. Молодец! Резина тащит, резина блокировки решает. Саня, стой! Сейчас Рамис его! Теперь Нива универсал. Саня честно пытался всем помочь, он поехал. Ничего себе. Только не гони, Рамис, спокойно. Только не гони! Не гони, не гони! Спокойно, спокойно! Точно! Ну ты победил их всех!
Ребят, как всегда, грязный, все для вас. Категория «Стандарт плюс» закончила свое выступление. Время закончилось. Что? А, на фоне Сани. Как Ленин. Статуя, да. Завалил зебру, да, такой. Да, в общем, сейчас будет эвакуация. И сегодня первый едет туризм, а потом Нива открытая. Так что нам еще тут долго кайфовать, и самый заключительный поедет спорт, но это уже, скорее всего, по темноте будет. Друзья, очень-очень долго у нас затянулась все эвакуация «Стандарт плюс», потому что сидели плотно все, двумя прототипами их доставали, вроде всех достали. В общем, наконец-то стартует туризм. Нива открытая после будет ехать, будет, то и, скорее всего, уже финишировать по вечеру, по ночи. В общем, а спорт будет по ночи ехать. В общем, покажу, что смогу, а там будет видно. Наконец-то. Дима сразу с якорем. Не торопятся. Лебедку забыл, плохо. Самый жесткий выход. Аккуратно, парни. Нургали поехал. Олег выехал, да. Так, пока только Ниве в туризме едут. Работает лебедка, гризли. Идет у Крэзи Фрога проблемы. У Макса тоже проблемы, не смог выскочить. И стартуют УАЗы. Есть свободная траектория, якорь на готове. Нет, нет, не смог экипаж Викинг выбраться своим ходом. Бас молодец, преодолевает еще одно там препятствие на заднем плане. И стартует чемпион нынешнего года по Ниве открытой. Зубастик, Успенская.
Там еще шахматы. Сейчас посмотрим, по-моему, зубастик порвался заднее. Нива на шестнаре. Он сюда лебедиться будет, бок. Ух, люто. Якорь не держит. Забей. Вы не будете? Будем, будем. А, следующая будем. Категория. А, понял. Ох, как он пашет. Дальше отходи, что? Просто бульдозер. Просто бульдозер. Не трогай, не надо.
он сам вышел. Димас, можешь не садиться, там прям жижулька, жижулька. Окей, стой, просто отсюда смотри. По правой пошел. Лебедка, вертикалка. Гризли, неправильная траектория. Очень сильно уперся мордой, надо было чуть-чуть по бокам проезжать. Он теперь работает бульдозером. Коля, Коля, вот тут проезжай в следующий раз, сюда, ближе к центру. Еще, еще сюда правее. Oh.
Вазик тоже ползет. Да, вот, ну, хорошо, да. Я же говорю, битва ледяных будет. Да, по центру пойдешь сейчас, нет? Да, да, смотри по центру, сейчас даст. Вот сейчас разгон. Чуть-чуть осталось, Олег. Давай, 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 давай. Давай, давай, пошло, пошло. Давай, давай, хорошо идет. Сейчас он еще чуть-чуть трамбанется. Лепетка с геной страдают. Да, ну тут что-то они борщинули с этим болотом, конечно, прям. Мы туда прикуривали. И деревьев нету особо, ничего нету. Красавцы.
это жижуля. Когда начинают машины ехать в воде, а через 5-6 кругов там воды почти по крышу, по зеркала. Потому что, вот смотрите, в первый круг он проехал, допустим, здесь было бы 10 сантиметров воды, то сейчас у него бы вода уже заливалась в окно. Вот такую колею пробивают за один круг 3-4 машины. Дна нет вообще. Тем временем котлета выехала. Сузуки это, по-моему. Yeah.
Олег. Вот УАЗик первый раз куда приехал. Он второй у меня, по-моему, не знаю. Не, это УАЗик, да. Когда это... А, УАЗик, да, да, да. Уже полей рядом. Зачем машину поломал? Привод. Забери. Только привод? А задняя правая работает, левая? Одно колесо порвано. Ли
Прибедиться нужно с коркой. Так, на очередной круг к нам подъезжает Макс из Павловской. Своя колея у них клуб. Опять не взял неправильную траекторию. Нужно было брать ближе к центру. Хотя, может, уже размыли. Сейчас будет лебедка. Но машина целая, едет, все нормально. Макс ее долго готовил, собирал. Тоже были технические проблемы. Но сейчас вроде все уже под себя поднастроил. Машина едет нормально. Ситуация особо не меняется. Все сидят, ребятки запутались. О, видишь, у меня чисто жопа, вообще нет. Здесь, ну, не видно, там у ребят на колесо туда-сюда намотались. Зеленая Нива, по-моему, все уже. А, зубастик на заднем приводе, шестнайп. И сцепление, и, походу, радиатор. Что-то у него кипит он постоянно. А, морды, кстати, на шестнаре, по-моему, тоже нету. Хорошо, да, работает. Вы такое видели? Я думаю, нет. Мы такие точно не видели. Это считается как... Ну, он вроде... Но в регламенте точно это не прописано. Это очень интересно. Я такого еще не видел, пацаны. Не, ну по факту защита. Защита? Я такого не... А, там сучок. А я думаю, как ты его держишь? Че, Саня, как тебе финал? Вот такой классный, обалденный. Трасса. Трасса жестковатая, прям в самый финал. Ты по полной. Все прошлые года на ней ездил? Здесь на трассе? Да. С 15 по 19 год я здесь. Здесь катались, да? Я сегодня не ездил. Знаешь старые места, да? Понятно. Четко. Вот горю. Это было сработано. Вот они, старожилы трофи спринта в Краснодарском крае. Давай. Что такое? Что? Зарядка пропала. А что, двигатель? Аккумулятор поменяли. Понятно. Ну, мощно едешь, быстро, стабильно. А это чей? Так, пацаны намотали, я так понимаю, трос. Умка чей-то. Чей? Это Коли Гризли трос. Это очень грустно. Ёх, Димон. А лужа все глубже. Смотри, 1.5 метра осталось. Нургали выбрался. У шестнаря проблемка, не заводится, зарядка закончилась. Здесь намотанный трос. Здесь перестала тянуть лебедка в этой грязи. Красная Нива из Павловской потихонечку едет.
В общем, лютый замес. Симон там пытается размотать. Намотали, видимо, конкретно трос. Вот это вот дружественная, на самом деле, обстановка. Потому что, ну, другой бы уже давно обрезал. Ну, пацаны, как бы, нормально делают. Потихонечку. Заглох. Закипел! Еще один. Вот это да. День взрывающихся моторов. Третий будет? Минут 20. Костя говорит 10 минут. Может быть. Да. Я вот где поставлю эту заберу. Вот где у них. Так, здесь все, ребятки, вот такой вот финиш. Я пошел переодеваться, у меня через полчасика. Да ладно тебе. На команду. Ничего не понятно, никто не понятен. Все, пробуем залить, это же мотор будет сразу, да? Я не троит. Я напомню, у Зубастика за полтора часа это первый круг только. Так, еще один закипевший. Будет бабах?
один радиатор. Друзья, Нива Туризм закончил свое выступление. Мы сейчас готовимся к старту, едем. Но, как видите, уже темнеет. И поэтому, скорее всего, кадров особо с Нивы открытой не будет. Там старт и, может быть, полгонки. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. К сожалению, так сильно затянули организаторы. Но бывает. Вот. Готовимся к старту. Thank you.
Thank you.
жилка. Остановились. Пацаны, а красную Ниву Симбу не видели? Симба белая. Ну, белая, да. Видели? Они едут? Стоят. Разговаривают? Чай может пить, ну. Thank you.
Ребятки, для нас Нива закончилась очень печально. Мы не доехали даже первый круг. Поломались, порвались и так далее. Замерзли. В общем, заканчиваем это видео. Смысл снимать спорт абсолютно нету. Ничего не видно. В общем, спасибо, что смотрели. Спасибо, что весь сезон были с нами. Это было круто. Это был хороший сезон. Вот, до встречи в следующем видео, где-то в лесу, либо на каких-то соревнованиях, не знаю. Но свежее видео будет обязательно. Всю зиму мы никуда не уходим, просто закончились гонки, теперь поездки в лес, еще раз в лес. Все, всем пока, удачи, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами, было круто.